Доброе время суток, с вами Ольга, и сегодня я хотела бы рассказать вам о спортивных мероприятиях, как о неотъемлемой части корейской культуры. Данное видео снято пару дней назад в детском саду, куда ходит моя младшая дочь Ангелина. Подобные мероприятия сопровождают каждого корейца на протяжении всей жизни, начиная с яслей и до глубокой старости. Особенность этих мероприятий в том, что они семейные. Участие в состязаниях, конкурсах и эстафетах принимают дети, их родители и даже бабушки с дедушками. Учителя, воспитатели, директор – все включены в процесс. Атмосфера непередаваемая. После первого же подобного мероприятия отношения между участниками становятся не просто дружескими, они становятся почти семейными. Что совсем немаловажно для корейского общества. Ну что, поехали? Еще перед началом мероприятия семьи знакомятся и общаются между собой, чувствуя себя свободно и раскованно, как на пикнике в парке. У многих дети общаются, дружат в группе, поэтому и родителям совсем не грех подружиться между собой. Для подобных мероприятий учреждение нанимает специальную службу, которая обеспечивает всю организацию мероприятия, оформление, безопасность, профессиональных ведущих и заводил. У въезда на территорию садика дежурят две кареты скорой помощи. Такой ответственный подход просто обескураживает. Обязательная процедура перед каждым мероприятием. Поднимается корейский флаг. Корейцы стоят, прижимают правую руку к груди. И переполняет их гордость за свою страну. Они очень патриотичная нация. И очень приятно наблюдать за этим, находиться, участвовать во всем этом. Меня саму прям гордость переполняет. После чего исполняется гимн страны обязательным образом. После чего выступает директор нашего садика. Детей разбивают по группам. Хочу обратить внимание, что играет музыка, которую исполняет группа «Витамин», в которую недавно приняли мою старшую дочь. И теперь моя старшая дочь там поет, а младшая под эту музыку танцует. Соревнования можно считать открытыми, и первыми в гонку за призами вступают бабы со своими танцевальными способностями. Детям тоже предстоит поучаствовать в большом количестве очень интересных и забавных конкурсов. Вон Ангелинка наяривает. И какие соревнования же обойдутся без забегов? Бегают дети. Бегают их мамы. Бегают их папы. Бегают их воспитатели. Но самое забавное, как бегают и танцуют их бабушки и дедушки. Корейцы вообще молодцы, они вообще не комплексуют. Посмотрите, какая прелесть. Фантазии корейцев можно только позавидовать. Соревнования на то, кто своим башмаком попадет в цель.
Мне жалко было мальчишек, которые сидят и укрываются от того, чтобы этот башмак им не прилетел по голове. На подобных мероприятиях конкурсы всегда максимально забавные, так как корейцы совсем не стесняются выглядеть глупо, или нелепо как-то, или смешно. Болельщики вели себя так, как будто это Олимпиада, а не какие-то детские соревнования. Очень забавно было. Интересного было еще очень много-много. Соревнования длились почти 3 часа, поэтому уложить их в 10-минутное видео не представляется возможным. Но я надеюсь, что я передала вам эту атмосферу всеобщей радости и веселья.